Целый час ждал, если не больше, там поезд. Вот так они в том пришел. Ну, высоко. Он мне все переслал на WhatsApp, вот эта женщина. Круто, прям очень. Следующая станция — ботанический сад. Платформа справа. Для вашей безопасности держите и заботьтесь. Дорогие пассажиры, спасибо, что носите маску во время каждой поездки. Ручка, она должна сама ее заполнить, нет? Нет, он был. Как низко ласточка. Доверенность, подпись чья? Близко контактная сеть прям. Значит, у нас, я думаю, будем на Лихоборах. Получается, Белокаменная, это у нас зовут.
Ботанический сад. Не, Ростокина сейчас было, да? Нет. Ростокина. Значит, у нас... Может быть, воскресенье. А, Белокаменная, Ростокина, Ботанический сад. Вот такие. Нет, на Кружную выходим. Что не фокусируешься-то? Не. Как мы высоко. Ну-ка, что на крышу у ласточки? Красота. Тихо едет, тихо едет. Так, здесь у нас станция Ботанический сад, если не ошибаюсь, не перейду. Так. Классно. Мостик был, эх, пропустил, не заснял. Ничего себе быстро. Ты будешь фокусироваться вообще, нет? Так. Пойдем вниз, наверное. Thank you.
хочется, конечно, выходить, но я же хочу снять, как он красиво уезжает со станции. Да, что ли, для вас? Поезде в Италии, он там просто как обычно электричка действовал. Не Алиэкспресс, ничего, просто типа электричка и все. Что-то вот того. Мне поезд очень даже понравился, просто супер-мега-гиперплюс. Смотрите, как он уезжает красиво. Все, что я могу сказать? Супер, я, наверное, попытаюсь как-нибудь проголосовать, чтобы он был на постоянке на МЦК. Я думаю, вам он тоже понравился, поэтому подписаться на канал, не пить лайк и обязательно включить колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Вот так будет. Я Игорь Тепро. Всем спасибо за просмотр, всем хорошего настроения, всем удачи, всем пока-пока.